Всем привет-привет! И в этом видео я хочу и спешу поделиться с вами заказиком Faberlic по каталогу номер 14. Вот такой был каталог. И уже я в первых рядах сделала заказ и получила его. И хочу поделиться с вами первыми впечатлениями. Но заказ у меня был довольно большой и объемный. У меня еще заказали порошки Олеся и ее семья. Всем привет! И у меня получился заказик на 50 баллов, что, конечно, очень радует. Я смогу воспользоваться преимуществами и в следующем каталоге сделаю заказ с 26% скидкой, что очень классно. А следующий каталог, он будет действовать, многие говорят, 2 недели, но я посчитала, получается, это где-то, по-моему, около, сейчас вам скажу, 20, да, с 3 октября по 23 октября. Это вот уже следующий каталог у меня на готове. Он будет действовать около 20, получается, дней. Ну, давайте я вам покажу все по порядку, расскажу. Заказик у меня такой получился и хороший, и немного неоднозначный. И начну я сразу с аромата. Аромат я давно хотела заказать. Это аромат Мурмур. Нежный сливочно-гурманский аромат с нотками кокоса. Основные ноты кокос, сливочные ириски и белый шоколад. Артикул 3086. Цена была 999 рублей. Вот так он представлен в каталоге. Очень интересный аромат. У меня его давно брала подруга Мариночка, привет тебе, и давала мне понюхать. Но для меня он, конечно, показался сладковатый на тот момент. Но сейчас наступило холодное время года, и я решила его взять, потому что я думаю, что на улице он будет раскрываться по-другому. Пока еще я его носила только дома, и первое впечатление о нем у меня уже есть. Вот такой аромат, коробочка была в слюде. Нежный, красивый и действительно сладкий. Но есть ароматы, например, для меня... Ну, например, компания Oriflame более сладкий. Этот все-таки сладкий, но не прям уж очень сильно. Вот такой вот милый, с бомбошкой. И очень-очень приятный аромат у него. Кокоса и именно ирисы, конфеток, таких, знаете, если ирис раньше кто-то... ириски, точнее, кис-кис вот раньше были, то очень такой запах похожий на ириски. Само вот это оформление такое золотистое. Матовое стекло, очень-очень красивое. И объем, по-моему, аромата, насколько я помню, 50 миллилитров. С удовольствием я буду им пользоваться. И думаю, что он мне очень хорошо подойдет на прохладное время года, на осень, на зиму, может быть, на раннюю весну. То, что касается парфюма, это вот у меня все. Была хорошая скидка, если брать порошки. Я взяла 2 штуки, по бытовой химии я поговорю немного, вот такие. Я просто обожаю этот порошок для цветного белья. Я взяла 2 штуки. Второй вам уже не показываю, потому что он у меня уже в использовании. Так получилось. Если 2 вы берете, цена каждого была 399 рублей. Но это цена без учета скидки. Получился 320, по-моему, где-то рублей один порошок. Порошки очень хорошие, достойные, могу их посоветовать. Я пользуюсь цветным. Ну, то есть для цветного белья. И, кстати, стираем тоже белое, но уже вот с таким вот пятновыводителем. Пятновыводитель я тоже взяла. Белые цветные ткани тут как раз указано. Большая такая коробочка. И в этот раз вот пришло, вот я, посмотрите, как безмерной ложки. Но как есть. Сейчас почему-то мерную ложку предлагают Faberlic заказывать отдельно. 500 грамм в данном пятновыводителе. Очень хорошо очищает, удаляет пятна. Сделано в Германии. И 3.00.27 артикул данного пятновыводителя. Это я взяла все то, что касалось бытовой химии. Так получилось, что только один... Да, я вам сейчас его попробую показать. Да. Я уж прошу прощения, что у меня тут видео такое получилось. Один продуктик декоративной косметики я заказала, посмотрела кучу отзывов и решила взять этот бальзамчик, ну, помада. То есть он идет кондиционер для губ. Ждать от него там какого-то бальзама эффекта, точнее там помады, не стоит. Но как бальзам очень хороший. Сейчас я еще как раз вот вам покажу. Хотела я брать эти всем известные вот эти карандаши, но не стала. А взяла вот то, что я взяла. 249 рублей было по скидке. Сейчас вот я почему-то найти не могу, к сожалению. Ну, так бывает. В общем, 249 рублей. Я посмотрела все на них отзывы, посмотрела видео и выбрала один оттеночек. Вот так вот выглядит коробочка. Очень мило, экологично. Здесь есть натуральные компоненты, масла в составе, что очень радует. У меня это оттенок 41109. Это, я считаю, такой нейтральный оттенок, полупрозрачный. Вот он у меня сейчас на губах, на бальзам и на карандаш для губ.
И мне кажется, что смотрится он очень хорошо. Вот такой. Очень миленький, кстати. Приходил он с цветочком, но сейчас его уже нет. Мне кажется, такой бежево-лиловый оттенок. Вот столько всего помады. Не скажу, что много. Думаю, что она быстро потратится. И, конечно, в упаковке она выглядит более ярко и насыщенно. Сейчас вам покажу. И сводч вот такая вот полупрозрачная. А губах скользит просто замечательно. Такое чувство, что вы наносите бальзам. Так и есть, как девочки говорили. Но при этом, вот видно, я не знаю или нет, есть такой блеск. Блеск за счет того, что цвет светлый, да, ближе к среднему, очень деликатный, красивый. То есть это и помада у вас сразу, и бальзам, и блеск. Хочу сказать, что то ли привкус у него немножко есть, я его замечаю, то ли запах. Аромат у него тоже есть. Но это все не критично. У меня вообще сегодня так получилось, что у меня выходной, и погода как-то у нас такая прям очень пасмурная все дни. Ну, то есть не все вчера, позавчера я не высыпалась, была на работе, я как-то днем тут задремала. Я заснула с этой помадой, я встала, она не скаталась, что мне очень понравилось. Многие помады, и даже дорогие, скатываются, и она осталась довольно заветной. Потом я нанесла эту помаду на бальзам. Без бальзама я вот, к сожалению, не знаю, будет она скатываться или нет. Ну, по стойкости она не стойкая, часа 2-3 у вас продержится. Сейчас вот более насыщенный свотч. То есть это такой нейтральный розовый лиловый оттенок. Мне кажется, подходит под любой макияж. И самое главное, что как под дневной, да, например, у меня сейчас более дневной, у меня коричневая тушь, коричневая подводка, коричневый карандаш, тени такие в коричневинку, да. И также под вечерний макияж, например, если у вас будет тушь, там, например, черная, подводка черная, более такой массивный, насыщенный макияж глаз, допустим, да, и контуринг, то все равно вам такая помада подойдет. Поэтому для меня она универсальная и нейтральна. И хоть это и называется кондиционер, многие говорят, что как бальзам, для меня это еще и как помада все-таки, потому что многие бальзамы на моих губах вообще не видно. Здесь я все-таки вижу легкий оттенок. Не знаю, как вам на камеру, конечно, но мне он очень нравится. И заказала я немного одежды. То есть, получается, это нижнее белье. И водолазку я взяла. Нижнее белье я взяла наборчик. Приходит он в такой упаковке. Одни трусики я сейчас надела, поэтому как раз смогу вам тоже сказать более такое подробное мнение, как они выглядят сзади. Это был набор трусов женские, 3 штуки. WW009 артикул. Размер у меня это был XL, то есть 1XL. Я так подразумевала, что это должен быть 48-50. Но трусики, я хочу сказать, что мало мерят. И размер вот этот, который у меня, не совсем уж на 50. Ну, у меня, например, 52, да, размер. То есть все-таки он не на него. Вот сейчас вам тоже оставила показать в каталоге. По-моему, в предыдущем каталоге вот у меня нижний ряд, вот этот вот, выглядел более так вот, вот эти особенно, потемнее. Вот, вот эти наборчики. Я, кстати, взяла вот этот сейчас набор. И думаю, что в будущем я еще 2 XL возьму вот этот набор. Потому что, мне кажется, если он будет побольше. Но обратите внимание, что для Faberlic это производит. И у девушки, да, посмотрите, как низко они смотрятся. Так они смотрятся, да. Это производство Китай. То есть, в принципе, да, вот, как бы у меня сейчас из набора вот эти самые крайние светлые. И вот эти двое я вам покажу. Еще раз повторюсь, что я сравнила даже с своими трусами, которые у меня есть XL размером. И там вот настолько вот мои, например, трусики больше. То есть я делаю вывод, что это все-таки на размер где-то 48 они идут. Это нужно учитывать. То есть они маломерные. Так, и покажу вам двое, которые у меня есть. Это вот такой вот цвет, как фисташки. Вот он, светлый довольно. Я с тем расчетом убрала, что можно будет, например, вывернуть трусики, да, вот, кстати, если вывернуть, такая защитная пленочка, это значит, что никто до вас их не надевал, и можно будет их, например, сдать, да, если они вам не подошли. Но сдавать я их не буду, просто я возьму на следующий раз на размерчик побольше. Вот, смотрите, они хорошо тянутся, и за счет этого они, конечно, налезут на 50 размер, но это будет вот примерно вот так в натяг. Да, еще раз я покажу. Такие. По посадке они идут средние, они идут ниже пупка, то есть это ближе, наверное, все-таки к низкой посадке, как я считаю. Но мне нужны были светлые трусики, поэтому взяла, и состав у них, в составе есть хлопок, да, я вам сейчас скажу. Идет он, сейчас, по-моему, не прописан сколько, ну, вроде бы, так, прописано 95% хлопок, 5% эластан, ну, то есть стандартно.
трусики эти я в любом случае изношу. И еще вот такие вот с небольшим таким коричневатым рисунком, но тоже они в пределах светлого. И еще хотела показать один момент, да, вот здесь, если у меня написано XL, то вот на зеленых трусиках еще, кстати, да, что удивительно, у меня написано вообще вот здесь вот L. То есть, наверное, не будет видно, вот одна только L-ка. Я не знаю, как так мне положили, но я сравнила эти трусы и те, они абсолютно одинаковые по размеру, то есть абсолютно одинаковые, как я вам говорю, где-то на размерчик. Вот, да, если их сравнить. Хотя нет, неправильно вам говорю, чуть-чуть белый побольше. Вот, смотрите, если в сравнении. Вот белая, вот зеленая. Вот буквально на пару сантиметров, на сантиметр. Действительно, скорее всего, мне положили какой-то пересорт разного размера. Но я опять же говорю, что я и вот эти трусики тоже померила, они мне нормально. То есть они мне нигде не впиваются, у них очень такая мягкая резинка. И вот здесь вот еще хотела показать такое красивое по всей окантовке, и по ногам, и по талии кружево. Очень красиво, нежное, мягко смотрится. И вторые. Вторые вот эти побольше идут. Бантик у этих коричневый. У тех, которые у меня вот такой вот зеленый. Ну, те самые светлые, которые сейчас на мне находятся. Вот они тоже очень хорошие. Очень мягкие трусики, хорошее качество. Я могу их посоветовать. С размером, еще раз повторюсь, нужно быть аккуратнее. То есть, в принципе, если у вас небольшой размер, то есть где-то даже 46-48, то все равно они подойдут. Вот именно эти, которые XL. Если же у вас где-то 50-52, я попробую сама взять и, может быть, поделюсь уже своим мнением, вторые, которые. И скажу вам, я там буду брать, у меня размер нижней части, да, так скажем, мои 50-52. И я взяла водолазку. Водолазка, хотела ее взять в другом цвете, но так получилось, что была только вот данная, которая у меня. И это водолазка. Сейчас я покажу, тут у меня тоже пакетики. Немножко пошепчу, видео за счет этого подольше, но, наверное, ничего страшного. Водолазка женская, цвет барбарисовый, 95% вискоза, 5% эластан, артикул 8-00-90. Дата изготовления аж август 2019 года, то есть у меня была такая водолазка, есть синяя, электрик синий. С ней, в принципе, ничего не случилось, но она может немножко порваться из таких моментов, да, почему я все-таки ее оцениваю на четверочку. И она может быть немного просвечивающей. Вот в данной водолазке такая же проблема. Это размер 50-52. Она мне нормально нарезает. И камера вам сейчас ее будет передавать более красной. Вот. Я даже специально посмотрела, что она будет вот прям вам красненько передаваться. Скоро вы видео в ближайшем самом, я думаю, что в каком-то... Если я буду с лицом снимать, меня в ней увидите. Сейчас у меня, кстати, тоже новенький костюмчик домашний из Wildberries на мне. Ну, Wildberries что-то я не снимаю заказы, потому что особо никто интереса к ним не проявляет. И Wildberries у меня больше такие вот заказывают. Сережки мне, например, оттуда, костюмчик домашний, белье постельное, там, чехол для телефона, зонтик. То есть такое все больше не косметическое. Не хочется мне ходить сейчас в магазины, когда есть Wildberries, да, допустим, пришел, посмотрел, все подошло, забрал, ушел. Чем ходить по магазинам, тратить время, лучше вот в тепле, да, где-то на диванчике выбрать, что нужно. Я уже этим сама теперь пользуюсь. У меня уже в Wildberries довольно большие заказы сейчас набираются. И, ну, что-то можно взять для дома, для кухни. Конечно, что классно. Так, по поводу водолазки. Я ее померила, она также просвечивает немного. На размер у меня довольно большой, на, ну, груди она немножко так в обтяг получилась. Если у вас поменьше, то думаю, что ну, будет нормально. По поводу горлышка и самой водолазки, она такая, ну, тянется, но средненькая. То есть, в принципе, белье немного, да, вот на ней будет видно. Это вот недостаток. То есть, если у вас нижнее белье, например, как-то с кружевом, вот как у меня, допустим, или выпирая, то вот под этой водолазкой будет видно. И камера сразу, да, учитывайте, не передает, что она больше вот в розовый. Я не знаю, что попробую, конечно. Она не такой электрик, но зато как раз буду снимать не видео, буду намного-намного ярче выглядеть, что тоже плюс. Возможно, как-то ее даже надену на работу, пока у меня нет дресс-кода на работе. Прошитая водолазочка хорошо, она идет легкая, приятная к телу, но два момента. Первое, то, что она просвечивает все-таки, да, и второе, что оттенок не как в каталоге. Как по мне, в каталоге она больше уходит в красноту, так же, как сейчас на камеру. В жизни это ярко-ярко-розовая фуксия. Вот если вы готовы получить такой оттенок, то можете заказывать барбарисовый. Не знаю, у меня лично барбарис тоже все равно
больше как с красным, да. Вот, по поводу вот горлышка, она можно ее так носить, можно загнуть. По поводу длины идет средняя длина, наверное, до середины бедра. И рукава у меня тоже мне при росте 172 подошли мне хорошо. У меня уже была абсолютно такая же водолазка, только синяя, я ее решила повторить. Есть очень хорошая и радостная новость. Видимо, мне тут буду я сегодня вас болтать долго, минут 20. Потому что в каталоге Faberlic, вот в новеньком, да, я вам хотела показать новинки. Это очень классные новинки водолазок. Я себе даже захотела взять. Там пойдут вот такие вот уже теплые вещи, но они уже пошли в предыдущем каталоге. Я себе здесь что-то ничего не присмотрела ни по стоимости, ни по их виду. Из интересного мне показалось вот такие вот колготки в рубчик. Смотрите, какие классные. Как раньше носили здесь коричневые. Серые и черные, основные такие цвета, цена 599 рублей, 120 ден. Ну, классно, классно. Еще, смотрите, с такой кофточкой коричневой, очень красиво. И мне понравилась водолазка, точнее, несколько здесь водолазок. Я даже пока не определилась, какого цвета. Вот, смотрите, какие будут замечательные водолазки. Это наши любимые водолазки из рельефного трикотажа. У меня есть один цвет, которого здесь даже нет, у меня зеленая. Я ее ношу уже второй год, и слава богу, тут у меня с ней ничего не происходит. Она не в катышках. Водолазки сами с начесом, вот эти, которые 1299 рублей, вот она будет стоить. У меня в перевертку, не обращайте внимания, потому что снимаю на телефон, но я все говорю. Оттенки, посмотрите, какие оттенки. Вот такой розовый, вот такой сиреневый, вот такой оранжевый. Цвета и на осень, и на весну, и на зиму очень красивые. Вот, я сомневаюсь между оттенками. Может быть, я возьму и два. Я не очень хочу вот лавандово-сиреневый, но я хочу вот пыльно-розовый, который здесь, точнее, пепельно-розовый. А, пепельно-розовый, дымчато-лавандовый и облепиховый. Вот такие вот цвета, даже интересное название. Пепельно-розовый вот этот цвет я очень хочу. Смотрите, девушка, тут брюнетка красиво смотрится, так и приглушенно и женственно. И вот этот оранжевый я хочу такой поярче. Очень-очень классные такие оттенки. Вот, эти водолазки можно спокойно носить одни, можно спокойно их сочетать с чем-то, да, под кофты поддевать, можно под них поддевать футболки, они универсальные. Я в такой водолазке хожу обычно зимой, и она очень-очень теплая. У нее уже не такой вороточек, вот как я вам сейчас подсказывала, такой короткий, а уже длинный ворот, который можно и сложить, и носить спокойно, и вообще это супер новинки. Из размера я здесь хочу себе брать, здесь есть XL, M, L и 2XL. Я брала в тот раз 2XL, я не прогадала, она более свободного покроя на мне села за счет того, что у меня большой размер груди, мне она очень хорошо подошла. Поэтому обе я буду брать в размере, если он будет XXL, и если у вас размер 52 груди, да, или у меня 52-54, то я вам тоже советую этот размер. Вот такая вот еще раз красота вам покажу. Вот, ну и вообще каталог очень интересный, он пестрит и новинками и всем. Ну и раз уж я вам открыла, я еще планирую вот такой вот шампунчик по итог плана к покупке, большой, розовый, для окрашенных волос, потому что у меня волосы сейчас окрашены. И, ну и как и всегда. И я планирую покупки новый блеск для губ. Сейчас я, если найду вам его, он вроде бы в начале. Я вам его покажу. Так, и блеск для губ вот такой вот. Вот, новинка. При покупке на 500 рублей 249. Еще, кстати, вам забыла показать кое-что в заказе, так я заговорилась. Я же еще взяла ведь кисточку, которую я сегодня наносила румяна, у меня не сегодня есть. Вот такую кисть за 349 рублей. Вот, как раз у меня и получается видео на 20 минут. Вот такой вот. Такая кисточка, это кисть для румяна, она есть, 91-01-38. Цена в каталоге была 349 рублей, мне вышло... По-моему, 279 или что-то такое, я посмотрела, вот эта кисть. Вот такая кисточка, она очень классная, мягкая, и мне кажется, что такой кистью можно даже спокойно, вот я сейчас, да, видите, выравниваю, у меня сегодня бронзер на щечках и румяна, хайлайтера у меня нет, но очень она мягкая, ей даже можно наносить спокойно рассыпчатые разные продукты, вот смотрите, какая мягчайшая, например, пудру, вот, то есть она подойдет просто для всего. Очень-очень мягко и классно. Это все, что хотела вам показать в данном своем заказике. Всем большое спасибо за внимание. Всем удачи. Самое главное – здоровья, отличного настроения, хорошего продолжения сентября и осени. Если вы еще не подписались на канал, подписывайтесь, выставляйте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоролики. Теперь у меня канал имеет новое название «Ох, Елена». Это связано с моей фамилией, так как я вышла замуж. Теперь я Охапкина Елена.
Вот, и теперь мне канал будет носить такое название. Всем удачи, отличного настроения, исполнения желаний и до новых встреч!